платных скоростных дорог все больше, и спрос на транспондеры T-Pass для удобной оплаты проезда на них растет. Возможность организации производства транспондеров в России уже обсуждается государственной компанией «Автодор» и австрийской компанией «Капш Трафик.ком». Учитывая грядущие перспективы строительства новой скоростной дороги М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань, которую уже решили продлить до Екатеринбурга, на территории России планируют производить до 1 000 000 устройств ежегодно. Для справки, в 2020 году больше половины всех проездов по платным автомобильным дорогам, а если быть точным, 58% всех проездов, была оплачена транспондерами. И эта доля растет год от года. Этим летом с полным открытием центральной кольцевой автомобильной дороги протяженность платных дорог, проезд по которым можно оплатить транспондером T-Pass, составила 1818 километров. Многие водители успели оценить скорость передвижения по ним, где максимально разрешенная скорость обычно составляет 110 км в час, а местами достигает 130. При этом скоростные трассы — это безопасно. Автомагистрали ограждены с обеих сторон, поэтому риск выхода на проезжую часть случайных пешеходов или животных минимален. Встречные потоки разделены барьером, сложные участки освещены. Не все знают, что на платных дорогах работают аварийные комиссары. Это бесплатная служба помощи, вызвать которую можно по единому короткому номеру звездочка 390. Владельцы легковых автомобилей, которые часто ездят по одним и тем же маршрутам на магистралях М4 Дон и М11 Нева, пользуются исключительно транспондерами T-Pass, чтобы подключать абонементы на проезд. По абонементам на определенных участках дорог М4 и М11 цена снижается на внушительные 78%. Другой бонус T-Pass'а — программа лояльности. По ней можно копить баллы за проезды и потом активировать скидку до 15%, которая будет действовать календарный месяц на большинстве платных трасс. В этом году программа лояльности была доработана. Активировать скидку за баллы можно прямо перед поездкой, а сами баллы будут храниться дольше — 2 года для физических лиц и 1 год для юридических. Подключить скидки, проверить лицевой счет или пополнить баланс можно через удобное мобильное приложение «Автодор». В нем также можно настроить пуш-уведомления. Тогда точная сумма списания за проезд будет сразу высвечиваться на экране вашего мобильного телефона.